полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области пресекли незаконный оборот фальсифицированной алкогольной продукции в Одинцовском округе. Хранение спиртосодержащей продукции в гаражных боксах организовал 63-летний местный житель. В ходе обысков оперативниками обнаружено и изъято более 12 тысяч бутылок с водкой, вином и коньяком, канистры со спиртосодержащей жидкостью, а также соответствующее оборудование и тара. Согласно проведенной экспертизе, весь товар не соответствует требованиям ГОСТа. По оперативной информации, изъятое предназначалось для продажи. При этом лицензии на производство и оборот этилового спирта у мужчины не было. Общая стоимость продукции составила более 3 миллионов рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.